Да. Мы приехали в Амстердам, тут плохая погода и не очень вежливые рабочие на вокзале. Да. И вообще все очень напряжено. И у нас вообще всего только 2 часа из-за того, что все, блин, вокруг тупят с расписанием. Что за, блин, нельзя, вот ты не знаешь, так не... Ты снимаешь? Да. Вот ты не знаешь, блин, так не говори. Вот нахрена говорить, что поезд в 3, если ты не знаешь? Вот нахрена, чтоб мы на корабль опоздали, да? Теперь у нас всего 2 часа в долбанном Амстердаме. Вот, да. What the? Yes. Ты сними вам природу. Very nice. А тут красиво, конечно. Ну, мы посетили красивую церковь, а еще Саша не постеснялась спросить, где тут проститута, что. Так что мы теперь счастливы. Созерцаем красоту канала и надвигаемся в Red Light District. Yes, yes, Red Light District, yes. Да. Да. Means yes. Да. Велосипедочная. Да. А что у тебя за новый странный шнурок? Это хвост! Без возбезда. Без возбезда. Continue the interview, please. I'm happy. Really? My boy. Oh. He's happy. I'm high. Okay. Just smelling around. I'm already high. Smelling around. Короче, он говорит, что накурился уже, просто нюхает. Да, по дороге. My eyes is red. My eyes is red. And why are you not doing like this? No, but that's the... No, that's the... Because water, you need water. No, that's the ecstasy and everything. What's that? I'm still filming. What? Мы были в квартале красных фонарей. Там девочки сочные. Лысые. Победили. Да. Один за паладине планету. Ой, тут пахнет марихуаной. Нам подержи камеру. Сними меня, она еще снимает. Ну тут офигенно. Тут все, что хочешь. Марихуана на каждом шагу, девочки. Пицца везде завалена пиццей, с сыром, вином. Да. Архитектура красивая. Здание, картины в этой самой, в галереях. Церкви внутри очень красивые. Короче, здесь очень классно. Очень классно. Наш филиппинский друг тоже доволен. Альфред, ты доволен? Да. Молодец. А вот как выглядят шопинг-центры в развитых странах. Let's go, Саша.